Всем огромный привет! Сегодня готовлю шоколадный плавленый сыр с творога. Это очень просто и получается очень вкусно. Напоминает по вкусу шоколадную пасту. Отлично подходит к завтраку или просто для перекуса. Легко мажется на ломтик хлеба. Рекомендую приготовить. В миску кладем 500 грамм творога. Творог должен быть обязательно хорошего качества, чтобы сыр получился точно. Я беру домашний творог. Разбиваем одно яйцо, добавляем 50 грамм сахара. 1/3 чайной ложки соли. 1/2 чайной ложки соды. Не бойтесь, сода погасится в твороге и чувствоваться не будет. Если ее не добавить, творог не расплавится. Теперь обязательно пробиваем блендером до однородности. Если нет блендера, тогда творог нужно пропустить через сито. Ставим получившийся творог на водяную баню. И готовим, помешивая, пока творог не расплавится и не превратится в жидкую массу. По времени занимает минут 10. Теперь добавляем 1 плитку шоколада, молочный или горький, на ваш вкус, я добавляю молочный. Теперь добавляю какао-порошок 20 грамм и перемешиваем до однородности. Можно какао не добавлять, а только шоколад или наоборот только какао. Теперь снимаем с огня и добавляем 50 грамм сливочного масла, перемешиваем до однородности. Сыр готов, переливаем его в контейнер. Закрываем стык пищевой пленкой. И убираем в холодильник до полного остывания. Хранится такой сыр в холодильнике может дней 5 точно, если, конечно, он у вас там задержится настолько. Подаем с ломтиками хлеба к чаю или кофе. Очень вкусно и шоколадно. Попробуйте приготовить, ведь это совсем не сложно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!